ты, а что ты делаешь? Девочки, нам с вами нужно накрыть новогодний стол. Это дело я поручаю вам. Необходимо купить все самое нужное. Думаю, вы сами знаете. Также нужно для салатов. Ну, вы знаете, как готовить оливье? Да. Купите куриную грудку и все необходимое. Еще не забудьте про мандарины и напитки. Все поняли? Да. Да? Пошли. Теперь-то мы закупимся. Послушай, вот какой взять? Тебе не кажется, что в курином есть какая-то изюминка? О, вы так быстро вернулись? Да. Ну что, вы купили все по моему списку? Да. Точно? Самое необходимое. Дайте посмотрю. Так. А зачем это? В списке такого не было. Ну, как же, смотри, все по списку, самое необходимое. Печенье, салаты, курица, мандарины и напитки. Кстати, один напиток у нас уже есть. И зачем кому-то нужны эти мандарины, печенье, когда есть новогодние шоколадки, а курица есть дошираки? Салат можно тоже приготовить из лапши. Вывод – доширак – это жизненная необходимость. Ну и что теперь нам делать с новогодним столом? Да ладно тебе, все у нас есть, еще и дешево. Пойдем в телецентр, а то кушать хочется. Пойдем. Диана, пойдем. Все были другими, чисты душою и сердцем, искренны и добры. Они писали нам письма, умилялись мы ими, и приводил их в восторг блеск елочной мишуры. Они так ждали наш праздник, верили в волшебство, не спали ночью в ожидании Деда Мороза. Но, к сожалению, это чудо куда-то ушло, и возвращение былого для нас сладкие грезы. Так, я долго копил себе недовольство и больше сдерживать себя не буду. Эти дети выводят меня из себя. В здании МС Дед Мороз, а.к.а. Красный Нос, вам дис под елочку принес. Эй! Дети сейчас ворчуны и зануда, они в нас не верят, уже так с трудом. Они видят они новогоднего чуда, я это вымысел, вот аксиома. Плохо ведут себя целый год, не видят в родителях авторитета. Мне страшно за них, и по лбу течет пот. Что будет дальше, мне дайте ответы. Игрушкам детишки не будут уж рады, приставку под елочкой хотят они. А те, что на Грей, хотят по айпаду, что в нем проводить напролет с войны. В каникулы опять они застряли в интернете, и на улице я вижу только перекати поле. Видеть нам снеговиков от них давно уже не светит. Поколения потерянные, мне грустно до боли. Дети стали другими, мы больше не нужны. Если мы просто сгинем, давай будем честны. Никто и не заметит, без нас им хорошо. Дедушка, забирай-ка обратно свой мешок. Мы это вымысел, нас не бывает. Деда Мороза отцов наряжают, прячут подарки вам ваши родители. Ни для кого это не удивительно. Мы это вымысел, нас не бывает. Деда Мороза отцов наряжают, прячут подарки вам ваши родители. Ни для кого это не удивительно. Силы стало мало, дети в нас не верят. Грусти дни настали, Новый год потерян. Новогодний дух исчезнет, если так пойдет и дальше. Мы застряли в темной бездне, в детских глазках столько фальши. Нет, нам стихи не читают, читать они любят только клауд рэп. И не тем подражают, кумир их любой так сказочно нелеп. Все тупее становятся, мне не здоровится, мир стал весь нелюб. Мне так страшно за них, сейчас каждый свой миг они тратят на ютуб. Те стали другими, мы больше не нужны. Если мы просто сгинем, давай будем честны. Никто и не заметит, без нас им хорошо. Дедушка, забирай-ка обратно свой мешок. Мы это вымысел, нас не
нас не бывает. Деда Мороза отцов наряжают, прячут подарки вам ваши родители. Ни для кого это не удивительно. Но это вымысел, нас не бывает. Деда Мороза отцов наряжают, прячут подарки вам ваши родители. Ни для кого это не удивительно. Сейчас проходим, не забывайте то, что каждый разряд пишется наверху, то есть 0 он всегда наверху, 1 он всегда наверху, и их там всегда так и оставляют. Picking out your Christmas tree so loud.